подготовительный процесс завершается, все идет по плану, все отлично, но мы отправляемся встречать наших участников, потому что турнир стартует совсем скоро. Вот и прилетели наши первые финские гости. Пойдем их встречать. Юси, как все колмы? Солы маскалау. Первую команду встретили, и еще 30 ожидаем. Мы из ЦСКА Москва! Помните эти лица. Пройдет совсем немного времени, и эти ребята превратятся в настоящих профессионалов. Переедем заселяться. Все лучше впереди. О, хоккей, у меня все. Мне нравится играть. Уже занимаюсь 5 лет. Мы все очень хотели побыстрее попасть на этот турнир. Наш настрой с командой очень хороший, боевой. Мы уверены в себе и готовы побеждать. Алексей, так здорово, что ты поддерживаешь детский хоккей. Как тебе организация? Мне кажется, прибавляет из года в год. Вообще организация суперская, и это видно по глазам детей, мальчишек. Они с удовольствием играют, очень азартно. Много команд, и иностранных команд, и наших элитных команд. Сегодня у команды дополнительные занятия на льду. Я тоже решила потренироваться. Давайте узнаем, с кем. Немцы. Юнгхайр. Господи, как это все тяжело. Лучше говорить о хоккее, чем... You have to smile all the time. Он должен видеть вашу улыбку все время, пока вы на льду. If you can't smile, you have to leave my eyes. You can't be on my eyes. Сразу уходит раздел. Понимаешь? Да. Понимаешь? Да. Окей, хорошо. We'll be right back.
Что дают такие турниры? Это надежда на будущее, на зрителей. Ну, вы творческий человек. У вас есть какая-нибудь считалочка, может быть, кричалочка? Ну, вот что-то интересное. Я плакат нарисовал. Вот там наверху. Так вот. Вот там наверху плакат, блин, мы приобрели сегодня. На лед вступил, все, полная концентрация. Со льда вышел, муж расслабился. Молодчики, с победой, красавцы. Слушайте, ну вы хоть чуть-чуть рады победе? Я знаю, что ошибки были. Вот. Да, можно где-то порадоваться, но так надо быть его настроенным. Все жестко у вас, давайте, молодцы, терпение и сил. Жизнь мечтали быть хоккеистами. Не против, чтобы они стали вторыми Овечкиными, Малкинами. Это наша профессия, будущее. После того, как ты, допустим, завоевал кубок, тебе во все клубы дороги открыты. Хоккейный папа, вот скажите, пожалуйста, когда ребенок отправляется вместе с командой на такой солидный турнир, есть задача, настрой от тренера, от вас, как от родителя, надо взять кубок «Газпромнефти», надо? Мы должны настроить их просто на борьбу. Не надо у ребенка отбивать желание получать удовольствие от хоккея. Хочется, чтобы вот именно памяти детей и родителей остался этот турнир как праздник. А вы знаете, что для родителей готовится специальная программа, мастер-классы? Мы придем, потому что нам также интересно узнать что-то новое. Послушали, много для себя ответов нашли. Мы, конечно, вынесли для себя очень много интересного о том, как нужно общаться с ребенком и после побед, и после поражений. Особенно мне понравилось вот это 2+, 2-. То есть сначала нужно ребенка похвалить за что-то, и потом только вот сказать ему эти ошибки. Алексей, не уходите. Я знаю, сейчас, наверное, не самое радужное настроение. Ну, 0-5 не совсем то, на что мы рассчитывали. И есть моменты, забить не можем. Поэтому и ребят жалко, и как-то изменить что-то в игре надо. В любом случае, я всегда говорю, что это всего лишь игра. Ты вышел на лед, ты сделал все, что мог. Но сегодня не повезло. Но ты завтра выйдешь и приложишь еще больше усилий. А в чем важность таких турниров? Дети, они видят, общаются. Они все живут в одном квартале, все вместе. Это такая мини-олимпийская деревня, в одну столовую. Я зашел вчера, посмотрел, как это все происходит. Загрустил, вспомнил о тех олимпиадах, на которых я был. Мне кажется, это самое приятное впечатление, которое у них останется из вот этого детского хоккея. Что сложнее, быть хоккеистом, либо папой хоккеист? Приятнее быть папой. Сыночек, привет. Привет, мам. Как у тебя дела? Хорошо. Кормят хорошо? Да. Отдыхали? Ходили куда-нибудь? Ну, да, на экскурсии.
очень. Мы очень по тебе соскучились. Я тоже. Переживаем за вас и ждем вас домой скорее. С победой и первым местом, да. Сибирский турнирчик четырех регионов, где мы нефть добываем и перерабатываем. Мы даже и думать не могли, насколько все будет круто. 10 стран, 31 команда. Самый крупный в мире некоммерческий турнир. Вот в этом возрасте, где-то к 11 годам, семьи и сами ребята решают, заниматься хоккеем профессионально или нет. Да, мальчики, давайте, помогайте мне. Так. Все, давай. Желайте юным хоккеистам. Главное, чтобы они получали радость от хоккея. Нет. Чтобы было кайфово играть. Вам кайфово играть? Да! Завтра самый важный день. Суперфинал. Витязь Торпедо. Увидимся. Мы пришли болеть. Неважно, за детей. Кто выиграет, тот выиграет. Мы болеем с первого дня. Сначала за немцев проиграли. Лига выиграла. Вчера играли Москва и Питер. Москва выиграла. Но мы болели за Питер. Витязь, победа. Мы не играем, а живем. Кричали. Болели. Вчера мы очень сильно болели. Когда играли, когда с Локомотивом играли, болели. И вот после Локомотива все, голос сел. Мы все равно не смотрели, но чтобы болеть за Витязь. Витязь, порыва вперед. Решили поддержать Торпедо в финале. Надеюсь, он выиграет. Международный детский хоккейный турнир Кубок «Газпромнефти». Кажется, что все эмоции потрачены, но нет, у нас есть новый победитель. И все лучшее впереди. И самое главное, на память у меня остался вот этот флаг. И, возможно, уже через несколько лет мы увидим авторов вот этих автографов на мировых площадках.